квант милосердия игровой, он еще хуже, чем квант милосердия киношный. Если Кинобонд новый разочаровал всех, но все-таки полфильма ты смотришь его с интересом, то здесь даже этого нету. Вообще, Activision, конечно же, очень много говорила про то, что они вот приобрели лицензию на Бонда, и им очень важно сделать его крутым, и этот вот Бонд будет поставить такую планку качества для Бонд-игр и прочее. Но вот если они эту планку вот так вот хотят поставить, то это очень печально, потому что я лично надеюсь, что таких игр по Бонду больше не будет. Quantum of Solace — это пример совершенно отвратительного и бездумного использования кинолицензии. Вообще, все это ожидаемо еще летом, когда мы съездили в Триарч, и вот вышли две статьи мои по Call of Duty 5 и по Beyond. Я в статье по Beyond написал, что вот эта поездка, она была познавательна именно с позиции того, что мне лично стало понятно, почему такие вот игры получаются такими. Разработчики, они тратят основную массу времени не на игру, а на то, чтобы сделать все как в фильме, утрясти все до мелочей с киношниками. Сценарий же фильма меняется постоянно по ходу съемки, и игру приходится переделывать постоянно. С профессиональной точки зрения можно уважать их за это, но с точки зрения игрока, да по барабану. Главное, что фигня в результате получается. И вот все игры по лицензиям, там очень много просто времени тратится на лабуду, то есть на то, что вообще к игре мало отношения имеет. Это раз. И два, здесь почему отвратительное использование кинолицензии? Потому что игра вроде как идет по событиям фильма, но то, что мы видим в игре, оно от фильма отличается местами просто кардинально. Например, есть шикарный эпизод в фильме, где Бонд в опере вычисляет участников тайного общества, фотографирует там на фотоаппарат и прочее. Это реально один из самых сильных моментов в фильме. Так вот, как этот эпизод выглядит в игре? Бонд проникает не на выступление, да, где вот решили эти тайно вообще собраться и тайно поговорить по микрофонам. А он проникает на репетицию вот этого оперного выступления, где эти люди просто сидят на верхнем этаже, там общаются, и он зачем-то опять же им начинает в микрофон говорить: «Я вас всех вижу». В фильме это имело значение, потому что они все сразу застремались и начали вставать со своих мест, да? Зачем, если люди сидят там, да, за одним столом, и их можно спокойно сфотографировать, зачем их пугать, да? Бонд, вообще непонятно. То есть бред на бреде, бредом погоняет. Это вот про всю игру можно сказать. При этом в игре практически нету роликов, то есть она очень бедная по контенту, то есть нам дают какие-то отрывки просто поиграть, с одного скачать на другое. Последовательность событий невозможно отследить. При этом, если ты не смотрел фильм, ну, понять что-либо вообще просто нереально. Вообще, последний Бонд, он очень сильно подражает Борну, да, и реально намного хуже него. И вот про игру хочется сказать то же самое. Она вроде пытается ввести те же тэкдауны, те же как тайм-эвенсы использовать, но при этом она на голову хуже даже не в общем-то, не супер замечательной игры по Борну. Единственный вообще светлый момент в Quantum of Solace — это движок Call of Duty 4. То есть только благодаря вот того, что осталось, это красивые смерти врагов, это анимации и прочее. Ну, собственно, ощущение экшена. Единственное, что можно хоть немного поиграть в эту игру, но зачем, если есть Call of Duty 5, да? Вообще понятно, кому эта игра адресована. Это ни в коем случае не игрокам, а тем людям, которые вышли из кинотеатра, кому-то, вот тем жалким процентам, которым еще фильм понравился, вот, они, наверное, может, игру купят. Но, учитывая, что и фильм-то не очень хорошо вышел, я не знаю, кому это надо. У меня, ну, 5 баллов. You.